Думаете, я лох, не понял, что его сфоткали сейчас со мной? Благодарю, молодой человек, должен теперь отработать это. Рановато, конечно, но буду стараться. Так, мне вообще-то надо... Сейчас, вот просил стул вынести, нет, все сам должен делать. Элегантно выношу, да? С юмором выношу стул. Вот с Черным морем вы мне интересную подсказку дали, что они вырыли Черное море. Написано, да? Я не знала. Что-что? Я не знал, но я теперь включу это в выступление. Я вам отстегну потом. Вот экран висит. Это не случайно. У меня есть молодой коллега в городе Риге, когда я в Риге, мне, честно говоря, делать нечего. И мы дурачимся с ним. Никто не звонил. Однажды только позвонили от Нургалиева. Однажды, правда. Но не он сам. Позвонил его помощник. В то время была еще... В то время как раз вот этот наш Медведев, президент Лайт, он... Чего Вродничок булькнуло переименовать милицию в полицию, я не знаю. И главное, наши милиционеры поверили, что они полицейские. Перестали водку пить, вискарь жрут. Я тогда, и вдруг я вспомнил, что я в 92-м году, в рассказе о том, когда наши демократы, так называемые, начали подлизываться к Западу, я говорю, если вы так все делаете под Запад, в 92-м году переименуйте милицию в полицию. Я это сказал в 92-м году, долго до Медведева доходило. Потом я вообще-то пошутил. В том же рассказе я предложил, чтобы Юдашкин пошил форму российской армии. Но я шутил, между прочим. Я иногда угораю. Такое сбывается. Пошутишь, а вдруг раз и произошло. И вот про Нургалиева тогда я пошутил, что... А Нургалиев, когда переименовали милицию в полицию, сказал, мы будем полицейских обучать гуманности, ну чушня полная, и организуем курсы гуманной подготовки полицейских. Ну, это он просто расписался в бесстыдстве полицейских, и я не выдержал, я допустил грубость. Я бы такого в советское время не сказал, но после того, что Comedy Club говорит со сцены, то, что я сказал, вообще это сказка про Снегурочку. Я говорю, конечно, гуманности полицейских. Если раньше засовывали швабру без вазелина, то теперь с вазелином будут засовывать. Значит, это в прямом эфире было. Позвонили Нургалиева, зачем вы так про нашего министра? Я говорю, если министр боится юмора, шуток над ним, его снимут через неделю. И я порой поражаюсь, как же это все сбывается. Вот первое, я как человек, комментирующий события, хочу прокомментировать некоторые события этого года, которые уходят. Событий было очень много. Началось все хорошо с Олимпиады. Наши выиграли Олимпиаду. Почему? Послушались моих советов. Да. Я говорил, хотите выиграть Олимпиаду, возьмите в олимпийскую сборную иностранцев, дайте российское гражданство. Слушайте, 1/3 медалей завоевали легионеры, купленные в других государствах. А лыжи проиграли. Почему? Не послушались моего совета. А я говорил, на лыжи возьмите негров. Знаете, как они бегать будут? Им холодно. Сбывается, все сбывается. Я ясновидящий, да? Ну что еще сказать про Олимпиаду? Слушайте, а сбылось-то? Это же шутка была, когда перед Олимпиадой за 2 месяца я неловко пошутил, сказав, спортивные чиновники такие ворюги, что они из 5 олимпийских колец 1 украдут. Представляете, мой шок, когда не открывается 1 кольцо. Ну, конечно, меня больше, чем наши спортивные ворюги-чиновники, конечно, меня... не знаете, кого слушать, противно слушать, комментаторов наших. Вот этот
типа Губерниева, такой кликушеский захлеб, такой квасного патриотизма, мы сейчас всех порвем. Но они так мешают это все слушать. Кёрлинг ведет, комментатор, женский кёрлинг, они красивые девушки. Наши, говорит, наши лучшие в мире, у них золото. 2 дня говорил, через 3 дня говорит, наши очень хорошие. В конце говорит, наши самые красивые. Все, больше мозга говорит. И вот это каждый раз, какие же они противные. И еще начинают говорить иностранными словами. Вот они ввели моду в речь вводить, это со спортивных комментаторов впервые пошло. Они официально стали говорить не конец, а end. И они в кёрлинге говорят, в конце энда. Но это безграмотно. Это недообразование. Или to touch, по-английски дотронуться, они говорят, этот затачил своего спортсмена. Значит, дотронулся. А один сказал, to disturb, это беспокоит. Говорит, этот вид спорта его не дистурбирует. Они всерьез это говорят. А один вообще сказал, джоб работа, так он сказал, вджобывать. И, наконец, доконали меня, чемпионат мира по футболу был. Мундиаль. Было нормальное словосочетание. Чемпионат мундиаль. Для русского уха это просто погано звучит. Ну, касаясь чемпионата мира по футболу, я про наших футболистов говорить не буду, потому что грех над убогими смеяться. Но порадовал опять комментатор, сказал, за наш спорт, а он в захлёбе вот этом кликушинском перепутал, сказал, мы должны благодарить Мутина и Путко. Вот. Это хорошая сладкая парочка такая, Мутин и Путко. А я думал, между нами никому, а я думал, что двое разговаривают, а я думал, олимпийский огонь будет зажигать Путина. Да ты чего, будет всегда зажигать спортсмены. А что, Путин не спортсмен? А что, если Путин с Кабаевой, это не значит, что он спортсмен. Все, никому. А некоторые новости, ну ладно, новости, Олимпийские игры я прокомментировал. А некоторые даже не надо комментировать. Вот 3 дня назад, вот это надо только вам пересказать. Это только в нашей стране. Задорно ввел выражение «только у нас». Вот это действительно только у нас. Во Владивостоке новость прошла. Всерьез. Кот. Это в какой еще стране возможно? Съел рыбы на 67 тысяч. Ну он же не знал, что рубль девальвируется. И я понимаю, что Жульё списало там все на него. Потом дали ему пургена, его пронесло, сказали, что он обожрался. Это все я понимаю, но народ всерьез начал комментировать. Это сколько бездельников в стране, чтобы начать это обсуждать. Кто-то говорит, дайте мне этого кота, он хороший. А коммунистическая партия России приняла его в свои ряды, сказал Кравчук. Он объел буржуев. И это все всерьез. Вот как это можно комментировать? Никак. Или самолет, это в России, самолет мог... Снегоуборочный комбайн сбил самолет. Это в мире вообще никто не въехал в это. Они даже не знали, как это комментировать. Через 3 дня мужик угнал электричку. Новость. Может голландец украсть электричку, угнать вообще? Она же да. Он обещал жене на электричке вернуться. Был у бабы, задержался. Электрички не ходят. А я обещал. Пошел в депо, взял электричку. Через день после электрички в Думе государства российское обокрали банкомат. Я говорю, ну ворюги депутаты. Правда, было другое мнение, что привезли в этот день депутатскую зарплату, и он лопнул просто. Кстати, о наших деньгах. Рубль. Почему люди не обращают внимания на приметы? Поздно опомнились. Я понял, что надо все поменять, как только услышал выступление чиновника. Во-первых, большинство говорило, что с рублем все в порядке будет. Все, это хана точно. Потом выступил работник банка и заявил следующее. Он всерьез это сказал. Всерьез. Я понял. Ну все.
Регулятор рубля скорректировал курсовую политику, отказавшись от неограниченных валютных интервенций на границах бивалютной картины. Это он нам. Алло, ты с кем сейчас разговариваешь? И продолжает. Он достигнет верхней или нижней границы коридора, если рублевая стоимость бивалютной корзины превысит курс образования рубля и повысит его гибкость. Вот кто-нибудь, тетя, понял? Я сразу понял. Кирдык. Все. Они гирды. Они начинают мутить воду, когда не понимают сами, во-первых, что говорят. Или второе, хотят замыть. Передают по новостям. Сижу, завтракаю в одной из гостиниц, передают. Такой стоит бизнесюк такой, аккуратненький, и с таким тоже в захлебе таком бизнесовском говорит. Курс утром. А кто смотрит телевизор утром? Ну кто? Домохозяйки. А он говорит, ценные бумаги ФРС стали ниже, чем ШПД. Ты сейчас что сказал, а? Ты можешь конкретнее, нам ползти на кладбище или нет? Теперь, говорит Путин, цены не поднимутся. Как не поднимутся, вы что? Теперь я сказал, временно поднимутся. Ты время назови, а? Временно это 5 лет. И 20 лет гречка подорожала, морковка подорожала. Это старушки едят. Вы вообще в своем уме? Депутаты говорят, надо, уговаривают нас с экрана потуже затянуть пояса. У самих морды вываливаются шашлыка форматную панель. Конечно, у них поясов нет, они в подтяжках уже давно ходят. Ну, негодяи. По-русски депутат, наоборот, считается татупет. Вот это... Обещали, что не вырастут цены, все точно вырастут. Примерно.